Виталий, здравствуйте. Такой вопрос. Если делать стартап, основанный на предоставлении услуг, и делать основным источником денег подписку на сайт, то не могли бы вы посоветовать принципы, по которым формируется цена подписки? То есть, с одной стороны, хочется максимум денег, с другой стороны, не отпугнуть клиента. В общем, точку пересечения кривых спроса и предложения. Александр Макаров. Александр, ну, во-первых, первое. Цена зависит от того, вообще, какой у вас бизнес. Вы бизнес не описали, поэтому сложно будет ответить на ваш вопрос именно конкретно по поводу цены. Что касается цепочки продаж, да, вот, которую вы описываете, подписку, не подписку, есть несколько типов продуктов. Есть фронт-энд, есть бэк-энд. Фронт-энд – это что-то бесплатное. Да? То есть вы откуда-то привлекаете людей в любом случае на свой сайт. И неважно, привлекаете вы на страницу с подпиской или на страницу уже непосредственно с услугой. Если вы привлекаете людей с интернета, допустим, это первоначально может быть какой-то бесплатный продукт вообще. Потому что по принципу социального доказательства, если вы читали Роберта Чалдини «Психология влияния», то знаете об этом принципе, если нет, то советую почитать. Когда вы даете сначала что-то бесплатное, то есть сначала вы даете что-то человеку, у человека возникает желание в дальнейшем отдать что-то вам взамен. Когда вы уже с человека на этом этапе будете требовать какие-то деньги за ту же самую подписку, то очень мала вероятность, что такое же количество людей согласится на данное предложение. То есть в любом случае конверсия страницы будет больше, если первая продажа будет бесплатной. Это тоже продажа, это считается продажей, несмотря на то, что клиент вам ничего не платит. Но таким образом вы наращиваете свою подписную базу. И если на данном этапе у вас качественный материал хороший, то вы наращиваете не просто базу подписчиков, а базу лояльных именно подписчиков. Дальше идет первая продажа. Эта продажа обычно маленькая. То есть чек на этой, на первой продаже маленький, в основном там особо много маржи нет, и все деньги, которые зарабатываются на этом этапе, они реинвестируются в привлечение клиентов вот сюда. И затем, после того, как вы продали уже первое что-то, человеку легче совершить уже вторую покупку, более дорогую, уже с большим чеком. Например, это может быть какая-то услуга, зависит от вашей линейки продуктов, опять же. И основные деньги в бизнесе делаются на этом этапе. То есть отсюда вы реинвестируете деньги в привлечение клиентов через интернет или откуда-то еще вы там это делаете, да? А отсюда уже идет основная прибыль бизнеса. То есть основной ваш доход. И как определять стоимость отдельных вещей? Это нужно тестировать, это нужно смотреть, потому что в зависимости от разного вида бизнеса стоимость будет разная. Где-то здесь достаточно поставить, ну точнее не достаточно поставить, а целесообразно ставить стоимость 300-600 тысяч рублей, где-то этот чек может быть больше. Здесь, что касается здесь на этом этапе у вас маржа уже максимальная. Более того, это как бы первый вариант, это прибыль, да, второй вариант, это вы дальше работаете с клиентом, продаете ему в идеале еще что-то дороже, то есть с более большим чеком, чем даже здесь. И линейка должна быть простроена таким образом, линейка ваших продуктов и услуг, чтобы на этом этапе человеку, то есть вашему клиенту нужно было вот это, на этом этапе ему нужно было вот это, на этом что-то еще и так далее. И это идеальная модель, когда каждый последующий продукт или услуга в вашем бизнесе дополняет предыдущий или становится необходимым на том этапе, когда клиент находится здесь. Что касается определения стоимости, то это уже вопрос тестирования конкретно вашей ниши. То есть здесь я не могу точно сказать, потому что хотя бы сказали бы, инфобизнес у вас или не инфобизнес, то есть подписка на что? На какие-то услуги, или на статьи, или на видеоматериалы, или это подписка на журнал какой-то печатный. Тут в данном случае сказать довольно сложно.